времени суток, дорогие зрители, гости и подписчики канала. Сегодня у меня такой как бы необычный, ну, собственно, обычный, привычный, в общем, день распаковки посылок. Сегодня ко мне пришло сразу три посылки, забрал я их. Одна — это мой заказ с магазина «Я моделист». И две посылки от моих подписчиков. Честно говоря, были сюрпризом. Ну, посмотрим, что пришло. Сперва покажу. От одного из подписчиков пришел вот такой вот наборчик. Королевский тигр в 35-м масштабе от Томии. Доехал он вроде в целости, сохранности. Вроде ничего не повредилось, насколько я так посмотрел. Вот такой вот у нас наборчик теперь будет ждать своего часа, так сказать. И еще от одного из подписчиков пришло сразу две коробочки. Это Фокке-Вульф 190 от Томии в 48 масштабе, а третий подразумевается в раскраске Вильгельм Гот или Ханс Асихан. Ну, будем там потом смотреть. Еще здесь, помимо этого, положили мне фототравление на него от Эдуарда. Так что такой вот интересный наборчик. И еще 48 масштаб от Эдуарда, И-16 тип 24 профи пак. Здесь, соответственно, уже все свое родное. Вроде тоже доехало все в целости. Спасибо ребятам за такие подарки. Неожиданно, честно говоря. Ну, очень приятно. Ну, а теперь посмотрим, что же я себе заказал. А заказал я вот такие вот вещи. Новый коврик синего цвета. Буду использовать его в основном для обзоров или каких-нибудь таких манипуляций, как говорится, чистых. Заказал себе вот такую штуку от Трампетера Ревитер. Посмотрим, как он будет себя проявлять и что он из себя представляет уже во время сборок. Ну, заказал себе еще пачечку блютака. Заказал клей от Мистер Хобби. Мистер Хобби цемент S сверхтекучий. И вот такую вот тоже штуку интересную. Это производит фирма Мистер Хобби, она же Ганза. Это специальная открывалка для их баночек. Как она работает, потом в каком-нибудь видео, когда буду что-то красить, покажу. Но принцип простой. Вот в эту силиконовую чашечку вставляется банка. Эта штучка одевается и открывается. Объясню это зачем. Краски Ганза, а также Томия, в принципе, имеют такое свойство. Ну, Томия меньше, а вот Ганза больше. Они имеют свойство присыхать. Крышка, ее очень довольно бывает тяжело потом открыть. Так что вот такая вот приспособина существует для этого дела. Ну что ж, вот такая вот
серия с пополнениями запасов и инструментария. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если не подписаны, чтобы быть в курсе новых каких-то видео или новостей. Ну и пишите, комментируйте. Всем спасибо, всем до новых встреч, пока-пока.